Когда-то Филипп Киркоров и Любовь Успенская были друзьями. Но в последнее время между звездами наступило взаимное охлаждение, а недавно Филипп Бедросович совсем рассорился с королевой русского шансона из-за хирурга Тимура Хайдарова. Любовь Залмановна крайне резко высказывалась о пластическом хирурге. Киркоров же встал на его защиту, при этом оскорбительно отозвавшись об Успенской. Теперь же Филипп Киркоров надеется помириться с исполнительницей, пишет Стархит. После концерта «Песни года» артист сообщил журналистам, что он человек не злой и сам быстро забывает обиды, поскольку это очень важно. Они натуры экстравагантные, эмоциональные, резонирующие, поэтому женщинам можно простить все. Успенская, не Успенская, не важно. Главное, уметь прощать и делать это искренне. Не натужно, вымучено, сказал певец. Ранее Киркоров обидно высказался об Успенской. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Кстати, это в прямом и переносном смысле относится к этой даме, хотя нельзя так о женщинах говорить. «Но тут уже во мне говорит не мужчина к женщине, а коллега к коллеге», заявил Киркоров в рамках своего подкаста «You Want a Scandal Now».